Всем привет, ребята! С вами Братуха, и это Игровой Робот. Сегодня 18 часов 3 минуты. 2 декабря, ребят, скоро Новый год. Почти через месяц, чуть больше месяца, день рождения у Братухи будет 38. Останется 2 года до 40 лет. А у меня играет в жопе детство. Так вот, ребята мои дорогие, какие же новости на 2 декабря? А новости такие, что у нас есть группа War Robots 18+. Она прям так и называется. Это Братухина группа. Братуха в ней хозяин, лидер и бог. Также есть еще у меня архангелы в группе, админы, которые делают группу прекрасной. Также еще у нас есть в группе конкурсы, разыгрываются призы в виде денег. Также еще в группе присутствует фонд группы, куда ребята сбрасываются денежками для того, чтобы их потом разыгрывать среди подписчиков. Уже собрано 850 рублей из 5000. В общем, в группе у нас, ребята, новости самые последние. И вот, что самое интересное у нас в группе. А, ну это, в принципе, и в официальной. У нас еще есть и девочки. В официальной группе у нас, ребята, новость. Мы вторая группа после официальной по интересности. Но в официальную группу не будем тоже забывать. 49 минут назад, на момент съемки видеоролика, 18 часов 05 минут, 2020 подходит к концу. Время ежегодных итогов, заполните опросник и получите 100 голды. Ссылка! Я специально стал разыграть. Ссылка, ребят, прилагается. Заходим, заполняем форму. Я лично схожу посмотреть, что там будут за вопросы. Возможно, это будет на втором канале, на канале Братуха Лайф. И сразу же негативные комментарии пошли. 100 голды, да ну, даже время тратить не буду. Фейспалм. Илья. Ильяс Баймурзинов такой богатый, что 100 голды для него это уже не ресурсы. К тому же просто за то, чтобы пройти опросник. Ну, ума, палата. Что я могу сказать? Фейспалм. Я на самом деле, ребят, пройду. 100 голды в копилочку пойдет неплохо, но я бы ее и так бы прошел. А бонус за 100 голды, это нормально. Это хорошо. Почаще бы давали бонусы. Потому что могли бы и ничего не дать. Просто хотите, пройдите, хотите, не пройдите. Я обязательно пройду, может даже на видео, может на Братуха Лайф. По поводу Братуха Лайф, ребята, без проблемчик. Вот канал так называется, Братуха Лайф. Вот туда заходим и подписываемся, и комментарии, ребята, оставляем. Потому что я должен знать, какие у нас там сидят зрители с основного канала. Там сегодня на Братуха Лайф будет стрим, как обычно, в 22:00 по Москве. Буду открывать 2 сундука из особой поставки. У меня сейчас 90 жетонов, стольничек жетонов. Стольник жетонов будет в заданиях, и десяточка будет за рекламу. То есть у нас будет 2 сундучка. Еще какое-то у нас тут письмо выскочило. Мини-ивент онлайн, Legendary Days. Only Legendary пилоты. Тренинг центр редуктор, костер of all promotation, and чипер пилоты экспрайшн, and дека 4-9 утра. До 9, до 9 утра 4 декабря. Что у нас там? Пилоты. Давайте посмотрим, что за пилоты. В общем, до 4 декабря будут только легендарные пилоты. Заходите, ребята, покупайте. Ну, не бесплатно, конечно, но покупайте, налетайте, продаются. Что самое интересное, для чего вы думаете, они будут? Для того, чтобы вы их покупали за голду и прокачивали потом за голду и так далее. В общем, все для вас. Берите, не хочу. Политика пиксоников продолжает идти по тому же натоптанному пути. Даем вам все, но вот прокачать вам будет не на что. 59 миллионов серебра, 11 тысяч голды. Надо будет, ребята, сегодня кофейка попить перед стримом. По скидочкам у нас для братухи ничего нету. Вот, кстати, очень красивая девушка Вирджиния Волки. Наверное, одна из самых красивых девушек, пилотесс. Ну, блядь, пилотесс. Пилот. Пилотом. Итак, ребята, идем в бой на смерть. Запарил братуха уже. Герой, сука. Ладно, надо снять очки. Ой, ребята. На смерть. Сейчас надо. Бустер выпили, выпили. На смерть. На смерть! Это конфеты. Называются они Мишка чё-то панда. Оп. Бой начинается. Панда!
Братуха, убрал Найтингела. Фантом вернулся! Знаете почему? Потому что за маяками бегу, марш! Потому что его не понерфили. Разработчики думали уменьшить ему скорость. Братуха специально убрал его на склад. И нерв фантома отложился. Прямое доказательство того, что... О, пацан, это такая пушка, которая не лечится. То есть тут бесполезно. О, пацан. Короче, я не хочу с ним бодаться. Его бестолку. Пускай его какой-нибудь другой робот бьет. Короче, я убрал Найтингела. По той простой причине, что на нем скучно играть. А я штурмовик. Давай, иди сюда. Рэмпейдж! Нифига он телепортируется. Ну, конечно, дамага никакого. Сами понимаете, да? Ну, зато весело. Дракон, на взлет. Огонь, как обычно, у нас отключился. Убил, ё-моё. Может, даже и скоро же верну. Ау-ло! Да, возможно. Чё-то в этом бою я всираю, ребят. О, огонь появился. Да, походу, не один я всираю. Мы тут все, походу, всираем. А, ну все понятно. Клан КФ. Мы против клана играем. А я думаю, чё-то я не могу их пробить и попасть. Ну, понятно, всё, не вопрос, ребята, без проблем. Я смотрю, что-то ховки бегают, пушки волшебные. Чё-то незаметно, что эта пушка что-то 20 тысяч наносит. 138. А, ну ладно. Короче, попали опять против клана, ребят. Беда. Спасибо, любимая. Угу. Что, спасибо? Заряди телефон. Блин, а я еще спасибо говорю. Я думал, что-нибудь сладенького принесла или кофейку, чтобы я не уснул. 1 900 000 я набил, ребята, против клана. Спасибо большое, что нас так раздолбали быстро. Спасибо. Спасибо кланам. Спасибо большое. Ну что, ребят, не знаю, дробовики. Может, реально? Реально, блин. Че реально-то? Блин. Даже не знаю, где у меня не было, на чем. Не было. На, так, понятно. Так, понятно. А кто у нас был там? А! Угу. Он был на эффектах. А на эффектах у нас кто там? А, понятно. На эффектах у нас другой парень. Ну ладно. А есть у нас квадратики, да? Угу. Так, а ты кто? А ты ромбики. Ромбики на раване. На раване. Так, на ромбике на раване. Ага. Это лечится. Калечится. А ты? А ты у нас... Ты у нас так. Это ты у нас там. Вот так. Стан. Квадратики. Квадратики это... Вот это. Давайте сменим робота. Ой, дрона. Поставим в ангар. Вот этого парня. Мы пас. Ставим на фантома, попробуем. Так. Все нормально? Ты будешь у нас на раване. Сопротивление. Так, ты сопротивление даешь на раване. А ты у нас заменяешь дискуса. Дискус ставим в ангар. И тут супрессию на тебя поставим. Да, супрессию. Получается 22. А что у нас тут дает вот эта вот штука? Накопление эффекта лудауна, робот за 5% повышает мощность его защиты. Ну, это мы снимем. Снимем. А сюда поставим еще один супрессион, чтобы у нас бегал фантом и накладывал супрессион дробовиками. Может, тогда не убьют. Аравана у нас имеет сопротивление. Так, дальше у нас... это у нас тоже сопротивление. В общем, дроны хрень у братухи.
Тут дамажки дополнительно дают, в общем. Ладно, поехали в бой. Не знаю, может, надо как-то, блин, может, скор же повесить. Сейчас посмотрим, ребят. Тестируем прямо сейчас. Прямо сейчас мы тестируем. Бой начинается. Не успел конфетку открыть. Фантом и Дискус. Лига ББ. Побежали. У нас есть антиконтроль. Чем мне нравится, ребят, Фантом? Он телепортируется обратно. Забрал маяк. Счастливо оставаться. И к тому же на него прокачанный пилот. К тому же... Ой-ой-ой-ой. У нас 9000 энергоблоков. Я думаю, надо вернуть кнопку обратно. На лечение. Ты будешь приседать ведь, правильно? Наложила на него стан. И супрессион, нет? Он опять взлетел. То есть убить я его не убил. Не, сейчас фантомом жестко. Хавки выпиливают нас. Надо, наверное, вернуть в правый верхний угол информационное бюро. Чёрт, не убил его. Непонятно. Все, маяк не можем забрать. Смотрите, опять проигрываем. Опять проигрываем. Что за фигня? Опять маяков. Садись, давай. Что, опять против клана играем? Я побежал. А куда я побежал? У меня ноги ломаные. А, сейчас убью. Да, там, наверное, уже выскочили ауминги. Да, против китайского или японского клана играем. Второй бой против кланов. Веселуха. Веселье продолжается. Вот это да. Тут за нас еще какой-то клан Тон играл. Тон. Вот ганы. Тоны. И китайцы. Не сказал бы, что они какие-то мощные, очень долго нас выпиливали. Ну, давайте опять в бой пойдем. Ну, сейчас-то, я надеюсь, против рандома будем драться, нет? Чепуха какая-то. Вообще жесть. Давай, понтон, беги, ёпты. Беги, ты побежал, давай. Вот, нормально. Хоть, ребят, маячки буду брать. Клан. Фу, нет, слава яйцам, повезло. Ой, наконец-то фантомчик вернулся. Я скучал по нему, ребят. На него бы пушечки помощнее и какой-нибудь... По идее, я должен был его как бы застанить. О, я вон вижу, нифига себе. И все, больше он не сработает, да, я так понимаю? Понимаешь, что да? Меня заморозили прям как, ну, раю. Надо забрать маяк. Включил лечилку, зря. Ни хрена дамага не наносит. Вообще жесть. Ну убить-то хоть убил. Давайте скорпиона. Разок. Отлично. Зря стреляли по полку. Летает чучело.
Так, ребята, вот первый из роботов в ратухе сдох. А у меня тут что-то сверлит. О, кто-то в меня уже стрелял, что ли? Да, стреляет. Таранчиков не боятся, смотри. Это что за чучело не боится тарана? Равана. А зря я ушел в астрал. У меня ластенд был. Главное не проиграть этому парню. Да! Уделал его! Перезарядка. На! Уходи в свой. Ага, видите, ушел. Идет мстить. Сколько у вас? Нифига тут. Не многовато ли на одного братушку? О, черт! Убить хочет. Кишка танка. А не догонишь, а не догонишь. Скорее ты умрешь, чем братушка. Ну нормально. Чпак. Готово. Я думал, это нодон слетает, как бы толстенький. Давай, полетели на нуклеонах. Да мне покеру, пацан, вообще веришь? Выпиливаем его! За мной! Пошли, выпилим его! Ремо, ремикс! Ремикс, за мной! За мной, за мной! Пара-прам! Давай! У-ху! Е-е-е! Заныкался крыса! Куда? Шпили-вили-вили! Шпили-вили-вили-вили! Иди сюда, брат! Ай, сука, слинял, блин! Слинял, видали? Ну так нечестно, ну ты ж... Ну засранец, ребята, ну чё прям в самом деле так делать? Зачем? О, Артурчик! Давай, Артурчик, гори! О, давай, давай! Давай, зад тебе! Давай, давай, напихиваем, давай! У-ху! Как хорошо входит! Ой, чё, бля, бежим, 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 бежим! Чпинается, блядь! Сейчас я взлечу, подожди! Да пока тут не взлечу! Всем, короче, раздал перед смертью. Ладно. Вот он я. Где ты? Иди сюда. Сюда иди. Ладно, не ходи. Так. Заморозили. Стоять. Бояться. Прыжок. Добивание. Готов. Иди сюда. Добивание. Нифига. Это шарикообразный робот. Так, так, так. Кого будем зашпилить? Застанели висеть? А, дырка. Висит, да? Висит, висит. Срань господня. Давай. Хорошо висит? Нет, плохо висит. Упал. Отлично. Ой, ой, больно. У меня еще титан есть. Правда, на него надо дробить поставить. Давай, 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 давай. О, вошло прям вся обойма. Убьем. Нормально. Ну, шпили-вили там. Надо застанить, чтоб не ушел. Валите его, ребята. Шпили-вили. Что такое смерть вообще ищет? А что, ребят, вам не убить там, что ли? А, там, знаете, где? Давайте я его заморожу. Он вам не мешал маяк брать. И вы его добьете. Я ему что-то там отстрелил. Видели? А, я ему что-то отстрелил там. То ли яйца, а то ли видение. Давайте. Ой, ребят, мне бы эти пушечки в топ. Ох, я бы поразвлекался. Вот веселуха была бы. Оп, завис. Нет, не завис. Так, ты кто такой?
жирники, личуха. Ребят, давайте мы эти захватывать. Нет, уже некому. Ну попробуем. Пониже спуститься. Надо максимум жить. Стоять! Не входить в круг! Занято! А ну выйди с круга, я бы его вытолкнул. Было бы селенок побольше. Ну, птиц как-то побыстрее бегает. А, понятно. Че там 250 тысяч у меня растаяло прям от Хоука. Спасибо, разработчики, от такого Хоука прям вот 300 тысяч с меня снял. Да, хороший робот вообще. Хоук, робот-огонь. Мне нравится. $3,500,000 Вот это да, и проигрыш. Вот это результат. Это вам не против клана бодаться. Ну что ж, ребята. Да, вот такой вечер. 2 раза против клана. 2 из 3. Обалдеть. С вами был Братуха. Всем, ребята, пока-пока. Блин.